Хей-хоу, ребятки, всем привет, с вами Борода, это Stickman Legends, поехали! Давайте-ка отправимся на аренку, попробуем надрать задницы всем нашим врагам и посмотрим, на что мы способны. Хорошо, мы остановились на этапе 1.4, как вы помните, этот этап мы пройти не смогли, но, учитывая то, друзья, что вместе с вами мы в прошлом выпуске немного себя улучшили. Я думаю, в этом выпуске все будет гораздо лучше. Побежали. Так, начинаем фарм. Так, ну что, по 20 дамага я наношу. Так, мне кажется, даже размер меча мой увеличился. Так, ох, скрито с одного удара-то, офигеть. Ну, ребят, сейчас мы должны просто на изи все пройти. Это мне определенно нравится. Так, хорошо. Главное брать больше левелов. Ну, блин, это очень легко, мне кажется. Так, а я надеюсь, что смогу пройти все на 3 звезды, по идее. Но волны очень жирные все-таки, и поэтому может быть проблема в прохождении. Потому что их много, и попробую все вынести. Так, это займет определенное коло времени. Так, хорошо, пошли. Так, используем дэш постоянно, ребят. Я на постоянной основе им пользуюсь, потому что, ну, реально годная вещь. Так. Так. Давай, подходи, подходи, подходи. Сейчас должен выйти летающий. Вот он, хорошо. Так. Есть, хорошо. Убираем его с одного удара. Ну, тогда это изи. Так, если мы летающего убираем с одного удара, то что уж говорить тогда о этих мелких. Их просто что очень много, и поэтому это замедляет процесс прохождения. Так, есть. Так, вот, отлично. Реально, с одного удара, ребят, мы его выносим, так что все окей. Должны пройти по-быстрому. Я понимаю, что здесь их сейчас будет очень много. Но еще 1,5 минуты имеется. Мы за 30 секунд должны все вынести, чтобы было все хорошо. Так, есть. Так, хорошо. Есть. Так, этот ушел. Вот просто придется немного за ними побегать, конечно, это плохо. Так. Еще один остался, насколько я понимаю. Так, хорошо. Мне даже не пришлось прыгать. Я достаю теперь до него и так, и это радует. Так, хорошо. 3 звезды. Почти взяли 5-й левел. Мне это нравится. Отправляемся дальше. Так, 1.5, друзья. Наша заветная 1.5. Так, надеюсь, вам понравилось. Так, хорошо. Так, поехали. Отправляемся, посмотрим, что нас ждет здесь. Здесь тоже должно быть что-то интересное. Так, ух ты. Ух ты. Ты чё такой быстрый, братан? Серьезно, очень шустрый. Я надеюсь, здесь летающих не будет. Так. Но здесь могут... Да, смотри, вот этих быстрых очень много будет, я так предполагаю. Но они очень ватные, они быстро, в принципе, умирают. Поэтому ничего страшного нету. Да, и, в принципе, мы с легкостью с ними справимся. Так, хорошо, минус. Так, этого убрал. Так, и этого тоже. Хорошо, пошли. Давай, 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 давай. Главное быстро перемещаться, не забывать о дэше и использовать его почаще. Так. Рывочки вещь годная. Так, хорошо. Так, отлично. Так, сейчас плохой прыжок. Это может сыграть со мной злую шутку. Этого делать нельзя, ребят. Так, отлично, пошли дальше. Ух ты, здесь, кстати, 4 этапа в этот раз. Это что-то новенькое. 4 этапа, но они очень легенькие. То есть, оно то на то и получается, я думаю. Так, 4, но меньших. То же самое, что и 3, но большие. Так, хорошо, этого убрали. Лучника убираю. Обратно убираю, хорошо. Так, у меня еще 2 минуты в запасе, поэтому я думаю, мы справимся. Так, нужно выманить его сюда. Так, есть, убрал. Все-таки вот с ними бывает небольшая запара, но я думаю, это последний этап, и здесь может быть, правда, босс. Не знаю почему, но мне кажется, что здесь может быть босс. Так. Так, есть, убрал, хорошо. Так, есть, убрал, хорошо. Так, есть. Так. С этим покончено. Хорошо. Так, давай, убираем этого. Так, особенный монстр. Вот, большущий, смотри, какой громадный. Так, то, о чем я вам говорил, что может быть с ним проблема. Так, может быть какой-то босс, и вот я был прав. Но мы справимся, в принципе. Давай, 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 чуть-чуть осталось, хорошо. Убрали, нет, не убрали еще, фух. Успели. Ребят, осталось 8 секунд, и мы могли бы просрать 3 звезды. Но, благо, успели. Хорошо.
Так, взяли пятый левел, это значит, что мы можем улучшить. И внезапная реклама. Что за хрень? Здесь не было рекламы, поэтому убирайся давай сюда. Первая реклама за все мое время игры в эту игру. Так, хорошо, у нас открылся новый скилл, давайте-ка посмотрим. Так, Sword Quake. Так, хорошо, улучшили, всю голду потратили, это плохо. Так, воин исчезает, а затем упадает с неба, создает сильное землетрясение, которое наносит большой урон всем монстрам в этом районе. Наносит плюс 100 урона, время восстановления 18 секунд. Очень круто. Так, хорошо, давайте-ка модернизируем нашу атаку и все. Ладно, монет не хватает. Так, сейчас вот начался напряг именно с деньгами. Хорошо. Отправляемся дальше в бой, посмотрим, что нам упадет здесь. Так, первая билка наша открыта, ребят. Это первая только. Прикиньте, только первый наш скилл. И здесь, кстати, обратно три этапа. Это радует, наверное. Думаю, это хороший знак. Но, с другой стороны, может быть очень сложный проход. Может быть очень много воинов. Так. Но я надеюсь, что мы с этим всем справимся и нам не будет проблемы убрать пару сотен воинов. Хорошо, дэш. Давай, 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 давай. Так, тихо, встречаем. Хорошо. Так, пошли сюда. Ух ты, с помощью дэш я еще избиваю их с ног, что очень, кстати, удобно, если честно. Так, вот сейчас я не понял, как это произошло. Так, уж что-то я уж шустрым стал. Что с ним случилось? Вот сейчас можно, наверное, обилку использовать. Так, да, великолепно. С помощью обилки всех снес, и включая вот этого гигантского монстра, я просто перепугался. Я, правда, честно сказать, не знал, что с ним делать, поэтому решил... О, да ну нафиг. Так, их тут много, друзья. Так, мне кажется, я могу сейчас еще раз использовать этот скилл, да? Да, хорошо. А все же, мне кажется, я не зря это сделал. Надеюсь, по крайней мере. Так, и дальше будет все лучше. Я не понимаю, что с моим клинком. Он изменился из-за того, что я прокачал его? Или я что-то... А, это скорость. Все, я понял. Я думаю, что такое? Так, особенный монстр идет. Так, а как этому монстру землетрясение понравится или нет? Так, вроде как я не убил ни монстра, ни его. Так, хорошо. Все, вынесли особого монстра, отлично. Очень быстрые атаки у этого особенного монстра. И он наплывами делает. Он делает прыжки на тебя и уходит. Хорошо, 3 звезды. Опять реклама, да вы издеваетесь. Что за хрень? Серьезно, игра, не разочаровывай меня. Так, выбрал рекламу, ребят. Это при том, что я даже подарки не смотрю, понимаете? Бесит. Они, наверное, просекли фишку, что он не будет смотреть подарки. Так, если я апну, я что-то должен улучшить, но что, непонятно. Не пишется, насколько увеличивается, это плохо. Так, атаку еще раз увеличиваю, увеличиваю защиту тоже на 1 единицу. Так, хорошо, отправляемся дальше. Так, посмотрим, что у нас в 1.7. Так, я готов, весь с нетерпением жду. Так, да, клиночек все же видоизменился. Так, это скорее всего из-за того, что я его прокачал. Атаки стали быстрее, это радует. Так, вот это мне нравится. Так, быстрые атаки это всегда залог успеха. Поэтому почаще бы так. Так, значит, если я буду улучшать все. Так, кстати, доспех тоже улучшится и изменился в цвете, ребят. Так что это великолепно. А с больших чуваков выпадают монетки. Так, когда их бьешь. Это очень круто, поэтому я использую землетрясение, пожалуй. Так будет проще. Так, но это их не убивает все равно. И мне придется сейчас напряжника что-то мне подсказывать. Что-то не очень жирные в этом задании, если честно. Так, хорошо, метки собрал, иду дальше. Так. Отлично. Давай, давай, давай. Сюрикенами их всем, что есть. Так, привет. Так, ух ты, я даже телепортироваться, походу, научился, ребят. Это что-то новенькое. О-о-о. Фейерверки откуда-то не понял, хоть убей. Так. Особенные монстры уже не особенные, ребят, их много. Так, хорошо, банку взял, пошли дальше. Еще 1,5 минуты, грубо говоря, есть в копилочке. Так, мы должны успеть все пройти. Я надеюсь, у меня это получится. С вашей помощью, друзья, не забываем ставить пальцы вверх и подписываться на канал. Так, обилочка пошла, 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 пошла. Так, хорошо. Так, о, зря, да. Ну ничего, я думаю, я успею еще раз использовать обилку, учитывая то, сколько здесь этих засранцев. Так, одного убрал, хорошо. Так, это последняя волна, ребят, я должен использовать еще эту обилку. Давай, братан, хорошо. Там какой-то всадник пролетел, я могу поспорить на 100%, что какой-то был всадник.
Так, осталось 12-10 секунд, ребят, и все. И мы справляемся, проходя эту миссию великолепно. Серьезно, я, если честно, уже не рассчитывал на то, что мне удастся. Так, это очень хорошо. Следующая миссия. Опять реклама. Серьезно, это уже надоедает. С таким же рандомом я могу брать и подарочки. И тоже получить какие-то плюшки. Хорошо. Выходим. Улучшаемся. Так, я могу апнуть скилл теперь. Так, это радует. 7-й левел у меня есть. Так, давайте-ка увеличим крит дамаг. Да, это меня тоже заинтересовало. Хочу больше дамага и атаку. Так, все, пока что ничего не буду улучшать больше. Поехали дальше. 1.8. Давайте-ка попробуем пройти эту хрень. Посмотрим, удастся или нет. Так, пошли. Ух ты, у меня плащ появился, и в нем был плащ. По-моему, у меня появился плащ, ребят. Вроде бы и раньше я его не замечал, но я могу, конечно, и ошибаться. Так, не знаю. Пишите, ошибаюсь я или нет, вам виднее все же. Так. А то я не очень внимательный в этом деле, поэтому... Если у меня был плащ, обязательно об этом напишите. Так, хорошо. Так, есть. Так, 3 секунды до восстановления скилла, нужно бы его использовать. Так, хорошо. Монетки собрал, пошли дальше. Давай, отлично. Еще, хорошо. Так. Ну, ладно, проще так. Хорошо. Так, выноси этих засранцев, отлично. Так, убрал, хорошо, они пытались уйти, но я убрал их раньше времени, и это радует. Так, защитка. Ну, защитка меня мало интересует, если честно. Меня вроде как не сильно и пробивают, хотя 80 хп осталось так. Наверное, это все же маловато. Так, что-то мне... Ой, опять всадник пролетел. Вот видите, то, о чем я говорю, что всадник все же какой-то есть. Что он делает, я пока что не знаю. И что-то мне подсказывает, ребят, если честно, что сейчас я просру все же миссию. Так, или же мы будем против всадника драться. Я хз, честно. Так. Мне пока что мало что понятно. Так. Ну, хорошо. Так, убрал. Давай. Вали этих засранцев. Не, не успею пройти, хоть убейте. Сейчас еще будет, наверное, специальный монстр, которого я никак не смогу утащить. По крайней мере, на 3 звезды это уже не пройдется, ребят. На 3 звезды здесь уже нереально. Или реально? Невероятно. Серьезно, это 3 звезды, друзья. Это 3 звезды. Круто. Вот это мне нравится. А реклама? Конечно же реклама. Куда же без нее? Угадайте, что это, ребят? Это тупорылые лордс. Как они меня бесят. Фух, вроде 5 секунд, да, надоедает неимоверно. Хорошо. Так, давайте-ка немного... Не, мы апнем скилл, скорее всего. Так, этот скилл мне не интересует, а вот это мы апнем немножко. Хорошо. Так, 120 дамага теперь мы наносим. В самом-то деле увеличилось не очень много. Так, есть какие-то достижения. Хорошо, использовать 3000 голды, мы получаем 6 гемов. Ну и так-то и много. И вот тут у нас ежедневные задания, которые мы выполнили. Но за задание дается на самом-то деле очень мало всего. Так, хотелось бы что-то покруче, чего-то побольше. Так, хп увеличим, окей. Так, ну что, друзья, я думаю, на этом мы закончим. Если вам понравилась эта игрушка, вам понравился ролик, не забудьте поддержать меня в комментариях и пальцем вверх. Всем спасибо, пока-пока.